На ревизиле купил клипоны Driven. Сейчас посмотрим, что с ними идет. Наклеечки. Правила установки. Их можно ставить в двух способах. Сила затяжки. И, собственно говоря, клипоны. Все. Больше в коробке ничего нету. Это все стоит 182 доллара. Made in USA. Клипоны Driven, они наиболее популярны на форумах, я так почитал. На американских форумах фактически весь народ ставит только два типа клипонов. Это Driven и Woodcraft. И те, и другие стоят примерно 180 долларов. И те, и другие сделаны в США. Такие клипоны Driven, их можно поставить в двух режимах. Изначально они идут собраны в почти горизонтальном режиме. Чуть-чуть опускаются вниз, ну, буквально на 1 градус, может быть. Но если поменять местами, перебросить вот эти кронштейны, то тогда они ставятся в режиме опущенным на 10 градусов. Сейчас я их поменяю. А при альтернативной установке, после того, как я поменял кронштейны, видно, что ручка теперь вниз. Получается, эти кронштейны как бы ставятся с развалом, с небольшим. И ручки стоят вниз. Ну, так я и планирую поставить. Ну, посмотрим, что из этого получится. Первым делом надо снять вот эти грузики на конце руля. Они установлены на красные локтаи. Поэтому все говорят, что надо сначала их нагреть, чтобы можно было открутить. Все жалуются, что просто невозможно тяжелые. Закручены, но у меня очень легко они пошли. Прям на всех форумах говорят, там так тяжело. Красный локтай, надо нагревать паяльной лампой. Может, действительно то, что я нагрел. Может, просто у меня почему-то хуже прикручено. Ну да, я вижу, что много красного намешано там. Чтобы снять эту ручку, кто как упражняться. Обычно стандартно предлагаю сжатым воздухом. У меня компрессора нет. Потянуть, и она слезет. Также рекомендую шикнуть туда ВД-40. То есть я вижу, что она надувается, но хрен я ее сниму. А, вроде пошла. Неоднократно видел, как люди совершали ошибку, снимая, пытаясь снять рукоятку газа. На самом деле ее снимать не надо отдельно, она снимается вместе со всем этим блоком. Я бы и не стал, может быть, менять руль, так бы у меня руки не дошли, если бы я не погнул правую сторону руля, когда упал. Руль у меня выгнутый, надо то ли выравнивать. Выравнивать я не захотел, он весь он алюминий пузырями пошел. Если ставить новую, то думал заводскую, не заводскую, решил поставить клипоны. На форумах все очень хвалят, говорят, как только поставил клипоны, характер мотоцикла сразу же меняется. Все очень довольны и очень рады. Болт сошел очень легко.
самая страшная часть, не сказать, что вы позади, но прямо сейчас я в ней и нахожусь, в этой самой страшной части. Теперь еще такой интересный момент. В самом в изначальном руле просверлены отверстия, которые держат блок поворотников и блок газа и стоп двигателя. То есть надо сейчас еще просверлить в клепонах соответствующие отверстия, чтобы они точно так же попали. Ручку я надел, побрызгав ВД-40 туда. Сейчас осталось пометить, где сверлить. Так, я просверлил отверстие. Сейчас посмотрим, как оно все встанет на место. А, получилось очень даже цивильно. Здесь вплотную, здесь нормально. Осталось закрутить. Так, левую ручку я более-менее поставил. Вроде все плотно здесь. Почему-то вот это болтается. Я не могу понять, если я сильнее буду затягивать, дальше сильнее затягивать-то некуда. Подклад какой-то надо что ли делать под нее. А сколько я не мучился, у меня не получается поставить клепон так, чтобы мои ручки у короты не касались корпуса пластика. При левом повороте, на левой ручке все нормально, на правой, на правом клепоне он при левом повороте касается. А повернуть вот так, чтобы он не касался, вывернуть выше, мне мешает длина шланга, слишком короткая. Но это многие на форумах писали и пишут, что проблематично иногда устанавливать клепоны, особенно на АБС. А у меня АБС, у них шланги короче. На обычном шланг идет сразу в тормоз, а у меня он идет под бак. И в результате я не могу повернуть так выше, чтобы не касалось пластика. Сейчас я попробую поставить не 10 градусов вниз, а горизонтальные ручки. Что для этого надо сделать? Для этого надо просто-напросто поменять местами вот эти кронштейны. Левый и правый, если поменять местами, то ручки становятся горизонтальные. Если снова их поменять местами, ручки становятся 10 градусов вниз. Если я просто беру левый кронштейн, ставлю сюда, то это будет горизонтальный клепон. Они совсем горизонтальные, примерно 1 градус где-то вниз. Можно считать горизонтальным. Это фактически такого же типа клепон будет, как фирмы Woodcraft. А после того, как я клепоны поставил горизонтально, ручки тормозов перестали касаться пластика. Здесь еще остается несколько миллиметров пространства. И шланги тормозов тоже более-менее проходят над панелью инструментов, над спидометром и тахометром. Вроде бы нигде руль ничего не касается. Закончилось тем, что я решил все-таки переставить тормозной шланг, я поставил более длинный. Взял на 5 сантиметров длиннее, можно было бы сантиметра на 2-3, наверное, всего лишь длиннее. Было бы достаточно места. Поскольку это АБС, самому мне не поставить было, надо было бак снимать, сдавал в мастерскую. Они установили мне, стало гораздо лучше, полностью нормально поворачивается в обе стороны, нигде ничего не цепляется. Пока что решил оставить так. Оно меня устраивает. Но это клепоны поставлены в горизонтальном положении. Сейчас я попробую их поставить на 10 градусов вниз. Для этого надо будет переставить местами вот эти кронштейны. Вроде все стало нормально помещаться.
Шланг нигде не касается. Ручки помещаются нормально в наклоне в 10-градусном. Для сравнения хочу показать, насколько отличается положение клипонов от стандартного руля с каждой стороны. С правой стороны разница еще больше, потому что, как я уже говорил, я упал и в результате руль погнулся. Ездить-то нормально было, но сейчас вот как я посмотрю, так разница тут ого-го какая. Да, надо было вот этот шланг заказывать не на 5 сантиметров длиннее, а на 4, чем стандартно. Тогда бы он вообще нисколько не закрывался. Сейчас он немного закрывает датчик бензина. Это стандартное положение, как было, если сидеть. Можно вообще вертикально сидеть. Я ездил обычно вот где-то так. А с клипонами положение получается гораздо более спортивным. Но это, в принципе, то, чего я и хотел. То, на что